Здравствуйте! Сегодня я приготовлю пирожки с капустой, тающие. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Сметану соединить с яйцом, сахаром и прессованными дрожжами. Размешать до однородности. Просеянную муку смешать с солью. Добавить сливочное масло, нарезанное кубиками. Растереть в мелкую крошку. Добавить сметанную смесь и быстро замесить мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Накрыть миску пленкой и отправить в холодильник минимум на 2, максимум на 24 часа. Мое тесто находилось в холодильнике 12 часов. На подпыленную мукой поверхность выложить тесто, сформировать жгут, разделить его на 16 частей. Каждую округлить. Раскатать лепешку примерным диаметром 12 сантиметров. На центр выложить начинку и сформировать заготовку любой формы. Ссылки на рецепты пирожков и рогаликов из этого теста оставлю под видео. По желанию смазать взболтанным яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 20-25 минут. Остудить на решетке. Начинка для этих пирожков может быть другой. Примерный перечень оставлю под видео. Пирожки получаются нежными, воздушными и буквально тают во рту, так как сделаны из песочно-дрожжевого теста. Хранить в холодильнике до 3 суток в закрытой таре. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»